Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами начинаем играть в новую замечательную игру на моем канале, которая называется... Totally Accurate Battle Simulator. Вроде бы назвал правильно, ребята, вроде бы в этот симулятор я вообще еще ни разу не играл, поэтому давайте-ка мы его заценим. Если игра вам понравится, обязательно жмякайте на лайк, ну и, конечно же, подписочку, без этого никак, ребята, просто обязательно. Так, значит, начнем мы сначала. Вступление, значит, называется вступление дубинки. Ага, мы будем играть против вот этих челикозавров, да? Смотрите, у нас тут ровно 6 челикозавров синих с дубинками. Слушайте, ну давайте попробуем их размотать, чоп и нет, я правда еще не знаю. Ага, есть щиты, допустим, да? Ну, допустим, 3 щита, и я вообще первый раз играю в эту игру, ребят, поэтому сори, если где-то затуплю. Бывает и такое. Кстати, смотрите, вроде бы мы все... поехала. Пошла жара! Нифига себе, блин, я нормально, кстати, выбрал в итоге стратегию. Кажись нормально. Ладно, это только первая битва. Так, в спину кидай, говорю. Ладно, еле-еле добили, ладно. Слушайте, начало нормасное, начало... О, тут у нас уже новая стратегия понадобится, да? Тут у нас сколько? Значит, 5 челикозавров с копьями, и здесь тоже 5 челикозавров с копьями. Я думаю, ребят, что в этой ситуации нам снова понадобятся щитоносцы. Я, конечно, не шарю особо в этой игре, но мне кажется, что очень даже понадобится. Так, в любом случае, нам также еще понадобятся и челикозавры с копьями. Все, у меня всего лишь на 4 хватило, поэтому поехали. Ой-ой-ой, как хорошо-то. Давайте за этими понаблюдаем, ребят. Смотрите, они нормально, в общем-то... Блин, чё ж ты такой косой-то? О, здесь зато нормас. Здесь вообще нормас. Так, а вот... Блин, ладно, тут пошел размах такой 1 на 3. И здесь еще у меня 3. Блин, вообще на... а как он пробил... Блин, мои челикозавры просто супер косые, ребята. Смотрите, хотя раз на раз. Ну, пожалуйста, промахнись. Ах, хедшот. О, боже мой. Ладно, еще раз, ребят. Я думаю, что нам просто не повезло, если честно. Есть у меня такое ощущение. Я бы, на самом деле, даже одного вот этого челикозавра убрал. И, может быть, поставил бы в 2 вот таких вот, которые здесь более активно будут. А как они так... Офигеть, они прям сразу размотали одного моего щитоносца. Зато этот поставил хедшот, нормально. А дубинку они тоже быстро... Не, ребят, за дубинками здесь вообще не варик по ходу дела. Блин, ну почему вы такие косые у меня? Ладно, здесь уже 3 на 5, ребят, поэтому шансов мало, учитывая, что эти прям с первого раза побеждают, а мои нифига не могут сделать нормально. Так, хорошо, давайте тогда снова играть с копьеносцами. Знаете, что я хочу попробовать? Что если попробовать сделать... А, у меня не хватит все равно, да? Ладно, поехали дальше, ничего не попишешь. Мне кажется, чисто мы на... Да как они убивают-то с первого раза, я понять не могу, почему у меня мои челикозавры такие косые. Ну кидайте же вы копья, ну кидайте же вы... Блин, мне кажется, я что-то делаю не так, ребят. По ходу дела рили... О, кстати, стоп. 3 на 3. 3 на 3, ребят. Да, ну почему ты не... Почему он не кинул свое копье? Ну, они все время попадают с первого раза. Я тупо не могу ничего сделать. Да, надо, видимо, придумать что-то другое, ребят. Я вот что-то думаю. Может быть, мне чисто сделать это все более, скажем так, агрессивно, может быть. Давайте всех их поставим с этой стороны. Они, по идее, должны загасить сейчас. Хотя, может быть, и нет. Хотя, слушайте, шансы определенные есть. У нас, правда, пока 4. Давай, кидай, да кидай копье. Кидай копье, сказал. И оба промахнулись. Ну, блин, и у меня уже бомбить сейчас начнет. Почему они не попадают все время? Косые мои просто челики. Давай, кидай, кидай. И только попробуй не попасть. Все, нормас. О, опа, пошла жара. Ребят, шансы есть. 2 на 1, о, даже 3 на 1 было. Все, вы должны попасть, один из вас, из вас двоих. Хедшот, еп. Ладно, это заняло какое-то время, но, тем не менее, мы с вами победили. Так, а это что за чельк? Странно, шаман какой-то, ладно. Этот будет кидать камни по ходу дела. Это, блин, нифига себе, кстати, здесь нормальные такие. В итоге, как бы мне сделать-то тогда? Мне кажется, ребят, один должен побежать к шаману, второй должен побежать к шаману, и все остальные мы сделаем чисто вот так вот. Раз, два, три, четыре,
И здесь сделаем чисто копьеносцев, ребят. Я верю в своих копьеносцев. Они должны победить. Здесь сделаем еще по одному. И здесь сделаем еще вот так. И вот так. Все. Слушайте, мне кажется, нормальный такой боевой строй получился. Поехали. Поехали смотреть. Давайте на замедленность. А, не замедленность. Нифига себе, шаманы жесткие. Офигеть, они мочат моих ребят. Не, ребят, да, стратегия немножко провалилась именно с дубинками, но остальные мои челики победили. Кстати, я даже не заметил, что... А, блин, вот это нормальный такой кадр. Поехали дальше. Так, здесь у нас с вами нормальный такой строй, смотрите. Чисто очень много челикозавров с щитами и очень много с дубинками. Знаете что, ребят? О, кстати, у меня есть кто-то новенький. А что это такое? Ага, а знаете, что хочу попробовать? Чисто хочу попробовать, ребят. Так, здесь также есть шаман. Давайте одного шамана поставим. Просто интересно, как это сработает. Я не знаю, может быть, это глупый вариант, ребят. Полетели-ка! Вот это боулинг, так боулинг, найс! Кидайте еще, кидайте! Да не бейте вы камнями, кидайте ими! Кидай же камни! Да что ж ты делаешь-то? Своих, главное, не кидай, кидай в синих, очень легко отличить. Так, еще, ну вот вы... Блин, ребят, мои камни-лёты, или как их назвать, короче, они не очень умны, походу. О-о-о-о! Вот это он красиво заехал камнем. Не знаю, что этот делает. А, шаман еще жив? Блин, офигеть, он... Ладно, окей. Так, ну что, камень-то... Оп, промазал. Давай кидай еще раз камень. Оп! Оу-е! Попал, по-моему. Блин, ну он все еще живой, что он делает? Я понять не могу, что вообще там происходит с шаманом этим. Блин, шаман очень... Стоп, я уж подумал, что это бессмертный чел какой-то. Смотрите, вот, запомните лицо героя. К сожалению, он умер. Ладно, продолжаем, продолжаем. Игра мне пока что... О, смотрите. Так, здесь разные эпохи, типа. И смотрите, у нас пока все еще эпоха, ну, как бы, начальная, да? А, кстати, это что такое? Почему не ставится? Не понял. Почему? А, 2000 стоит, а у меня 1200, понял. Так, а это кто такие? Нифига, это какой-то берсерк с двумя топорами, ребят. Так, я, правда, пока не очень понимаю, это значит с вилами, а это кто такие? Они просто так, что ли, без всего? Ладно, двух челиков поставим с двумя топорами, ребят, настоящая мощь. Один челик шаман и, пожалуй, блин, я даже не знаю, кого поставить, давайте поставим... Не знаю, одного с дубинкой. Вот так. Чисто посмотрим, что получится, ребят. Четыре. О-хо-хо-хо-хо! Шаман-то нормально пошел. Так, берсерки, бейтесь топорами, бейтесь, давайте. Блин, даже на зам... Стоп, все, проигрыш. Ладно. Погодите, тогда надо немножечко поразмыслить. Дайте я, наверное, двух шаманов поставлю сюда, потому что шаманы отлично отыграли. И здесь поставлю... Короче, мы будем по стратегии играть, ребят. Не просто так вот, просто от балды, а по стратегии. Страта примерно такая. Не дать им перейти мост. Примерно такая у меня страта. Поехали. Опа, разлетелись раз. Давай дальше. Разлетелись два. Просто они не должны перейти мост. Эту деревню охраняют мои ребята. Кидайте копья, да, копья кидайте скорее. Все, все, вроде нормас. Добивайте, добивайте его, добивайте. Да он же вас вилами сейчас порежет, давайте. Фу, хорошо, что ты впритык попал, правда, судя по этой картиночке, ты все-таки немножко промахнулся. А, нет, попал в руку, нормально. Хорошо, молодец, молодец. Так, дальше играем на этой же локации, ребят. И здесь уже какие-то чуваки в сене. Они типа замаскироваться решили или что? Я все еще не могу поставить эту новую фишку, не знаю, что это такое. Слушайте, просто хочу посмотреть, как дерутся эти... чуваки, потому что я так и не понял, что они делают. Чё? Они отравляют или... Почему мои стали зеленые? Или... А, смотрите, тут еще кто-то... А, они кидают, видимо, что-то от... Ага, да, они кидают какие-то отравленные штуки. Ребят, смотрите. Они просто загаси... А, нет, еще живые, еще живые. Да вы не в ту сторону идете-то. Что происходит? Что происходит? Идите в эту сторону. Так, у меня один остался. В ту сторону, давай, бей, бей, отлично, еще в другую сторону, повернись. Нет, не умирай, пожалуйста. О, о-о-о, нормально, нормально добили. Так, смотрим дальше, пока, очень все неплохо, ребят. Так, смотрите, здесь, о, я могу как раз наконец поставить нового челикозавра, я не знаю, что это такое, ну-ка. Да,
Это то, что мне нравится. Это то, что я люблю. Так, встань, что-то упал-то. Это то, что я люблю. Поехали, ребята, поехали. Посмотрим вот на это эпичное зрелище. Так, уже полетели копья. И давайте в замедленном. Оу-е-е. Мамонту, по-моему, норм. В него, правда, попало копье одного из наших почему-то. Просто прошелся так чуть-чуть, немножечко погулял, потоптался, а чё б и нет. Нормально, нормально, все, готово. Слушайте, мамонт — эта тема, мне нравится. Так, здесь у нас с вами... Слушайте, а я же могу опять мамонтов поставить? А, стоп. А эти уже с косами, ребят. Не, я тогда мамонта не буду ставить, нифига. С косами, мне кажется, завалит его. Давайте попробуем сделать вот так. Чисто, ребят, эксперимент. Эксперимент. И здесь еще шаманов поставим. Во. Мне кажется, что так будет вообще супер изи победить. Не знаю, тут как-то очень... засада. Засада, ребята. А эти еще из кустов вылезли, блин. А я и не заметил их, нифига себе. Слушайте, да, тогда все будет немножечко сложнее. Потому что ни в коем случае нельзя допускать вот этих чуваков с косами. Видите, что происходит? Хотя, в общем-то, мы вроде бы так размотали. В любом случае. Не, мне очень нравятся шаманы, ребят. Они прям реально очень хороший дэмэдж вносят. И при этом по площади прям, видите? Нормас. Выиграли вообще без проблем. Так, что у нас здесь дальше? А у нас здесь рыцари. Рыцари. Ой, мы, кстати, можем играть за новую фракцию. Так, пока без понятия, что это все значит, ребят. Поэтому будем сейчас изучать потихоньку. Кто это такой? Чё это за пугало какое-то? Кстати, это, видимо, в прямом смысле пугало. А сколько оно стоит? 1200, нифига себе! Ладно, и, допустим, вот так вот поставим. Все, вроде больше ничего не могу. Пока не знаю, что это все знает. Ох, нифига себе! Воронов? Блин, он выпускает птиц, которые бьют этих рыцарей, но, к сожалению, он здесь абсолютно бесполезный, потому что они его очень быстро убивают. Знаете что, мне кажется, против рыцарей хорошо пойдут чуваки с косами, потому что они сразу по площади бьют уроном. Мне кажется, это хороший вариант. Давайте попробуем так. К сожалению, у нас... О, хорош, кстати. Слушайте, а это... Это Варик. Это Варик, правда, один уже отъехал, но... Нет, это плохой Варик. Так, здесь у нас будут небольшие траблы, я так понимаю, что по ходу дела так. А если вот так вот попробовать? Чисто затестим, ребята, чисто затестим. Ну-ка. Поехали, побольше чуваков с вилами, может быть, я не знаю. По идее, они очень слабые, но смотрите, их достаточно много. Хотя, вроде, недостаточно много. Не, походу, вилы, ребят, тоже не прокатят. Я не очень понимаю, что это за чип, ну, в смысле, чем они кидают, что в этих бутылках? Типа это отравляет? О, этот упал. Куда ну? Смотрите. Нет, не надо, зачем? Зачем все так жестоко? Зачем ты решил упасть? К своему другу, что ли? Никого нет? Так, что там происходит-то сейчас? Давайте вернемся. А так, а кто выиграл? Стоп! Стоп, стоп, офигеть! Ладно, это получилось неплохо. Ладно, ребят, давайте, я думаю, что еще одну-две сыграем каточки. На сегодня, наверное, хватит уже. Так, эти горят, видимо. А, нет, они играют на лютни какой-то, или фиг его знает. Так, что вот это за штука? Мне вот тоже интересно посмотреть. Что это такое, блин? Ладно, ладно, может быть и так. Так, а это что? Это просто челики. Нет, просто челиков не хочу. Давайте хотя бы поставим, не знаю, вот этих двоих, троих, четверых, и все, поехали. Я не знаю, что это за фигня? Это абсолютно бесполезный челик, что он делает, блин, он просто катается и все. Хотя, слушайте, он нормально разматывает. Зря я про него плохо сказал. Правда, все, все уже померли, а он застрял, кажись. Блин, вылези, пожалуйста, из ямы, что ты делаешь ты? Не, он застрял. Не, нормальный, на самом деле, чел, но, к сожалению... Слушайте, а эти вообще отлично просто против лучников, смотрите. Из-за того, что у них такая броня получается из сена, они просто суперски затаскивают. Офигеть, просто палкой размотал целый отряд этих чуваков, целый отряд лучников. Давай, иди, может, ты один даже справишься. Этот там отвлекает на себя, по ходу дела. Так, бей палкой. Бей палкой. Куда пошел? Не упади только! Нет! Ну, чё ж ты такой-то глупый оказался? И тут эти двое застряли. Блин, вот это битва гениев просто, ребят. Битва гениев, ладно.
Так, конечно, получилось неплохо, но я думаю, что бессмысленно их туда ставить. Давайте поставим еще этих чуваков. И я вот двух уберу и поставлю одного такого. И даже еще хватит на одного свита. Все. Поехали. Я думаю, что на изи разберем, ребят. Я думаю, что просто на изи. Да в своих-то не кидайте бутылки, блин. Не надо. Что ты делаешь? Очень хорошая штука против лучников. Запоминайте страту, ребят. Просто запоминайте. Видите, ничего они не могут сделать. Эти просто своими палками уничтожают. Просто уничтожают противников. Что ты там стал-то? Иди с нами, что ли. Так. Все, они его выгнали. С ним не падай. Раз на раз остались, ребят. Ну еще вот этот остался, но мы его даже не считаем, не берем в расчет. Кинул в него бутылку. О, он его еще застопил, получается. Давай добивай палкой. Просто палкой по спине, как долбанул. Ну ладно, нормально. Нормально, нормально, ребят. Ну что, я думаю, что на сегодня, наверное, будем заканчивать. Мне кажется, получилось очень неплохо, ребят. Если вы хотите увидеть продолжение этой замечательной игры, обязательно нажмите на лайк, также на кнопочку подписаться и на кнопочку колокольчика. Кстати, я думаю, что в следующей серии мы с вами уже пройдем introduction и приступим, возможно, к adventure. Мне кажется, это тоже будет интересно. Ну а на сегодня, пожалуйста, все. Опять же, ребята, лайк, подписка, колокольчик. Все это знают, святая троица, можно сказать. До скорой встречи, дорогие друзья. Скоро увидимся. Пока-пока.